Dzień dobry, panie te panowie. Dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć, co dzisiaj koncert będzie niezwyczajny, ale myślę się, że my dobrze... Вот мы бы охуели, если бы я весь концерт ебашил на польском. Как было бы замечательно. Привет! Не, не переживайте. Будемо розмовляти українською півтори години. Слушайте, на самом деле, не представляете, насколько ценно вживую видеть, как в Европе в последние разы аплодируют русскому. Это невероятно ценный опыт. Расскажу, что у нас сегодня будет происходить. Если кто-то вдруг не в курсе, у нас сегодня благотворительный концерт. Я не могу разблокировать iPad, мне надо это сделать, потому что я буду сегодня онлайн на связи со своим юристом каждую блядскую секунду. Минуты не прошло, чтобы я вышел на сцену, вы уже говорите о другом артисте. Ебануться! Я настолько потерял в цене, как только... Вау! Это мой вечер! Расскажу про него. Сегодня у нас благотворительный концерт, все средства с которого пойдут на помощь украинским беженцам, которые переехали в Европу. Вы большие молодцы, что пришли, мы делаем отличное дело, давайте похлопаем друг другу. Но, так как ни копейки не идет из этих денег в карман мне, я сегодня на расслабоне, сижу на креслице, бухаю, вас ждет очень ебанутое мероприятие. По сути, сегодня будет не стендап, я называю это спецвыступление. Привет, я Даня Поперечный, и это видео с трех моих благотворительных концертов. Из Риги, Варшавы и Праги. В Риге, правда, звуковики не справились с единственной моей просьбой и не записали звук со всего концерта, поэтому это все-таки скорее видео из двух концертов. Это не полная версия. Некоторые части со своими шутками и размышлениями я решил не оставлять в финальном монтаже. По многим причинам. Некоторые шутки мне показались жестковатыми. Что-то я убрал из-за вопросов законности. Что-то просто решил оставить между мной и людьми, которые пришли на концерт. Ну а некоторые мои фразы в контексте происходящего для кого-то могут выглядеть неуместными. Например, там были пару мест, где я... говорил о своем опыте личном и делился своими переживаниями. И потом я замечал некоторых людей в комментариях, которые посчитали, что я, обсуждая только свои чувства, обесцениваю чужие. Я прекрасно понимаю, что ситуация настолько накалена, что сейчас, в принципе, практически невозможно не задеть ничьих чувств, даже просто обсуждая что-то. Уж тем более, когда речь идет о юмористическом концерте. Поэтому я с пониманием отношусь к любым реакциям, которые сейчас могут возникать, даже если я с ними не согласен. У этого концерта было всего три цели. Первое — это выпустить пар, немножко разрядить обстановку, потому что это нужно делать, это важно делать, кто бы что ни говорил, особенно в такие времена. Второе — это просто поговорить. Пообщаться, потому что мне кажется, что искреннее общение, разговор является ответом на очень многие вопросы в нашей жизни. Ну и третье, и самое основное. Благодаря этим концертам мы пожертвовали в фонд примерно 56 тысяч евро. Мы большие молодцы, я нами очень сильно горжусь. Прямо сейчас на экране вы видите документы, подтверждающие перевод этих денег в благотворительные фонды. Если же вдруг на экране ничего нет, значит, наши организаторы к моменту выхода видео не успели полностью перевести всю сумму, но, даю вам слово, в ближайшее время все будет тип-топ. Помимо концертов, вы, дорогие мои зрители, накидали донатов на ссылку, которую я прикреплял к предыдущему видео, на 600 тысяч рублей. В начале этого видео та же самая ссылка, поэтому, если вы еще не задонатили, у вас есть такая возможность, или если у вас появилась
желание сделать это еще раз, продолжайте. Ну а вам приятного просмотра, надеюсь, вы себе сделали что-нибудь вкусненького покушать. И еще одно, пожалуйста, установите себе VPN. Он избавит вас от постоянного нервяка, связанного с кучей факторов, начиная от доступа к разным сервисам, заканчивая обычным общением с близкими. Я установил себе Surfshark, когда это все началось, потому что это был единственный VPN, чью годовую подписку я мог оплатить с помощью карточки UnionPay, которую я себе тогда сделал, и у которого нет ограничения на количество устройств. В какой-то момент бабушка Полины не поняла, почему она больше не видит ее посты, и забила тревогу. Поэтому я проехался по всем своим близким и установил приложение на все девайсы. Приведу вам очень простой бытовой пример. Возможно, вы не знали, но отечественные онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы не дают возможность смотреть зарубежные фильмы, если ты находишься не в России. Они их просто не показывают. Сколько раз я обжигался об ситуацию, когда я брал с собой iPad в поездку и думал, что я продолжу смотреть свой сериал, куда-то прилетал, и там, ну, просто ничего нет. Видимо, политика ценовая относительно контента какая-то другая, и Surfshark, помимо всего прочего, помогает мне и с этим. Я уже больше 2 месяцев пользуюсь Surfshark, поэтому я был очень рад, когда они стали спонсорами этого выпуска, потому что я реально знаю, о чем я говорю. Огромное количество стран и высокая скорость, неограниченное количество устройств всего за одну подписку, приложение есть абсолютно на все платформы и устройства, доступ к информации, гарантированная приватность данных и куча функций типа Kill Switch, которая вырубает весь трафик, если он вдруг в какой-то момент становится незашифрованным. Ну или удобный виджет на рабочий стол. У меня он вот так выглядит. И главное, по промокоду Данила вы получаете скидку 83% и 3 месяца в подарок. Спасибо Surfshark за спонсорство этого выпуска и за то, что избавил меня и моих близких от кучи проблем. Это лайв-видеоподкаст без души. И мы начинаем. Похлопайте, кто в зале из Украины. Привет. Так, а теперь похлопайте русские ребята. Пу-пу-пу. Ну, давайте так. Нихуя себе. Так вот откуда нападение готовится. Нихуя себе. Вы все тут? Ебануться. Я думал, все, про что говорит Лукашенко. А он про Варшаву. Вау. Блин, круто. А чего у белорусов-то тут так дохуя? А у вас что случилось? А что такое произошло у вас? Слушайте, ну, я смотрел, что происходит с Сабуровым. Я готов к провокациям с любой стороны. Если украинцы будут что-то мне выкрикивать, выбегать в костюме Нурлана Сабурова, моя совесть чиста. Мы сегодня помогаем вашим, все заебись. Если русские будут что-то выкрикивать, ну, вас отпиздят украинцы, вы, блядь, слышали. Их даже если меньше было, чем вы, новости показывают, что этого достаточно. А похлопайте поляки. Вау, у нас тут с вами подполье. Знаете, бля, вот это сейчас ужасная будет параллель, но Гитлер пришел к власти как раз вот из-за таких выступлений. Он закрывался в клубах на своей аудитории и такой, Польша, да? Нет никого из Польши. Начинаем вечер, бля. Ужас какой. В Европу было очень интересно и сложно попадать. Меня на въезде в Ригу увели на допрос. Начали спрашивать, зачем я приехал. True story. Она начала спрашивать у меня, заполнять анкету. Женщина, приятная русскоговорящая, которая там работает, начала спрашивать, кем вы работаете. Я говорю, я юморист. Она говорит, а кем вы работаете? Я говорю, ну, я блогер и типа артист. Она такая, то есть вы безработный? Она написала безработный, я вам клянусь. Она написала безработный и сказала, проезжайте, проезжайте спокойно. Безработных у нас тут хорошие пособия. Ебать, так неловко было. Она меня спросила, а как называется концерт? Я говорю, благотворительный концерт. Она говорит, вы меня, из меня дуру делаете. Я говорю, бля, я вам клянусь. Она говорит, а полное название какое? Я говорю, Данила Поперечный, благотворительный концерт. Она говорит, то есть ваше имя и название сути того, что будет происходить? Пришлось показывать ей афишу. На самом деле меня задержали на таможне, потому что на просвете, на рентгене заметили, что я пытаюсь провести язык в жопе через границу. Вот, поэтому я думаю, в этом была главная проблема. Война, которая случилась 24 февраля, расставила очень много по местам, потому что
До этого очень многие вещи, происходящие в России, как будто не клеились, как будто не доставало какого-то элемента, зачем всякая хуйня происходит. Я не понимал, зачем они морщат СМИ, зачем они отравили Навального и пытаются его посадить. Комиков начали изгонять из страны за националистичные шутки, ведь мы боремся с нацизмом. А потом случилась война, и я такой, так это была подготовка к вот этому. И я понял, что только два человека в России знали о том, что это произойдет помимо Путина. Это Жириновский и Ильдар Джарахов. Вы сейчас подумаете, что я гоню. Но, блядь, он полгода ходил, говорил, альбом в феврале. Альбом в феврале. Вы в феврале охуеете. Он, блядь, 23 февраля в сторис выложил временной отсчет, нахуй. Таймер, блядь, который тикал. Вы можете сказать, что я несу хуйню, что это просто совпадение, но ебать, он 8 числа выложил клип на песню «Вокзал» ровно в тот день, когда разбомбили вокзал в Краматорске. У этого чувака есть какие-то карты, блядь, ему что-то сообщают. Ильдар сегодня тут. На самом деле, единственный человек, который по-настоящему знал о том, что война будет за несколько дней до того, как это случилось, это был мой знакомый сутенер. Это чистая правда. У меня есть друг, который занимается элитным эскортом. Не сам, а поставляет продукцию. И он уехал в Дубай, и через несколько дней началась война. И после того, как мы с ним встретились в Дубае, я такой, откуда ты? Как ты узнал, что это случится? Откуда? И он сказал, чувак, ты знаешь, за 3 дня до этого у меня резко перестали брать шлюх. Я говорю, в России? Он говорит, нет, в Кремле. И я, говорит, когда им не доебли, я всегда такой, что там с рублем, что там с долларом, нахуй? Потому что, говорит, если им не доебли, значит, у них происходит что-то очень стрессовое. И я такой, нихуя себе! То есть, насколько равномерный поток бледей идет в администрацию президента, что по любому колебанию чувак предсказывает будущее. Прикиньте, бляди дефолтнулись быстрее, чем рубль. Потрясающе. Просто потрясающе. Вы знали, что такое думскроллинг? Это вот эта история, когда ты не можешь отключиться, происходит такой пиздец, что ты поглощаешь все видео. Самое отстойное было в том, что я не мог отложить телефон, еще и потому, что мне постоянно звонили с угрозами. И первый раз, когда я проебался и взял телефон с угрозами, это такая тупая хуйня, мне звонит телефон, я беру трубку, говорю, алло. Мне говорят, Данил Алексеевич? Я говорю, да, это я. Говорят, мы вам звоним по поводу вашего Мерседеса. Я такой, интересно, что там, нахуй. Может, колеса зимние, блядь, приехали? Говорит, мы вам очень советуем забронировать стекло, потому что будете ездить по Питеру, мы вам его прострелим, нахуй. И я такой, а вы ошиблись. Прикиньте, какая тупая хуйня. Второй раз я попался, когда мне начали звонить и говорить, мы типа из Вагнера. Знаете, кто такие Вагнер? Я говорю, да, вы вежливые люди. Они такие, нихуя. И я пытался... Они мне сказали, что за мою голову назначена награда. Но я начал отвечать мемом из вот этого старого телефонного пранка. Начал говорить, ну как там с деньгами? И чувак не понял сначала и ответил мне, $15,000 награда за твою голову. Я говорю, вы что, вы видели курс, вы ебанулись? Я что, Ургант, бля, какие $15,000? И знаете, что самое смешное? Чувак на том проводе засмеялся, сказал, ну да, и положил трубку. Он такой, бля, что-то я какую-то очень большую сумму назвал. А вот русские ребята, которые тут живут, вы помните тот день, когда Путин объявил невероятную викторину, сказав, что через 3 дня ваши карточки превратятся в тыкву. Помните этот потрясающий родео, блядь, безумие? Как только мы хоть немножко выдохнули за границей, он такой, вперед! Мы побежали по банкоматам, я снял какое-то количество денег, пошел спать, такой, фу, блядь, ну, слава богу, что-то есть. Проснулся, а у меня из-за того, что курс доллара пиздец взлетел, столько же денег на карте. И я такой, а сколько раз я могу провернуть это дерьмо? Какого хуя? Вау! Это в этом был, блядь, секрет политики Путина? Он такой, значит так, типа за месяц до войны такой, значит, все переводим в доллары. Я такую хуйню сейчас сделаю. И мы богачи, экономика процветает.
ну, вряд ли Путин настолько продуман, потому что меня, честно, я не знаю, как вам, но мне очень смешно смотреть, как Путин шантажирует Европу газом в конце отопительного сезона. Нет такой хуйни, он такой, а как вы будете обогреваться летом? Типа, блядь, ну есть время что-то придумать с этим, нахуй. Вован, ты чё? Прикиньте, на второй день снимания денег из банкоматов, чтобы... Ну, я когда находился за границей, я не понимал, я очень боялся, думал, блядь, мне сейчас уголовку ебанут, и все, я тут останусь, и все мои деньги, ну, непонятно куда, на что жить. Я прибегаю в торговый центр и такой, ну все, Полин, мы сегодня с тобой снимаем бабки, блядь, все, которые есть, похуй, нахуй. Я начинаю снимать бабки, на третий раз банкомат мне пишет, отменена операция, возвращает карту. Я пишу в Альфа-банк, вы сказали, что все должно будет работать, блядь. Я вас рекламировал. Они такие, это не с нашей стороны проблема, пробуйте еще раз. Я такой, хорошо. Я вставляю карту, пытаюсь снять деньги, мне пишут, отменена операция, и мою карту съедает банкомат. И Полина сбоку с карточкой такая, я больше не буду эту хуйню вставлять. Я подхожу к черному охраннику и говорю, excuse me, machine has been eaten my plastic card. Help me, please, it's only choice what I have. Он говорит, позвоните по номеру, который есть на банкомате. Я звоню, а мы в арабской стране, и я просто 20 минут слушал. Press one. Блять, что делать? В итоге я дозвонился до женщины, и она мне на ломаном английском объяснила, что я иду нахуй. Она такая, наш банкомат посчитал, что вы преступник. Я говорю, ну я из России. Она говорит, всего доброго. Я так обосрался, я в этот день маме написал, мам, покупай доллар по 137, он будет 1000 стоить, мне похуй. Мне пришлось в срочном порядке изучить, что такое крипта. И, бля, это не та вещь, которую надо изучать в стрессе, когда это твой единственный вариант, потому что мне как будто, я как пенсионер, которому, блядь, iPhone дали, я такой, а куда нажимать, блядь? Я богатый или это сколько я должен заплатить? Мне, блядь, посоветовали... Тонкоин, ебать, криптовалюта, телеграмма, да. И я ее покупал в боте телеграмма. Знаете, как это выглядит? Тебе в боте телеграмма человек пишет, присылайте столько-то денег, вот на мой номер карточки, настоящих денег, присылайте. Я отсылаю, мне пишут, сделка прошла успешно. И мне приходит сообщение, у вас столько-то тонкоинов, текстом, блядь. Мне просто сообщением кидают, вы богач. И я смотрю, я такой, это какая-то наёбка, я как будто кристаллы в игре покупаю, врубаетесь? И мне такие, а где ты хранишь криптовалюту? Я такой, в Телеграме. И на меня смотрят, как на долбоёба, типа, что ты вообще, что ты, блядь, ты правда разобрался? Началась война, и стало понятно, во что надо было вкладываться. В белую бумагу для принтера. Пиздец, в России не оказалось белой бумаги для принтера. Белый цвет вместе с Зарой сказал, мы уходим из России. У нас новость появилась. Ебать, вам похуй, угорайте с нас. Я так жаловаться приехал. У нас бумагу туалетную собираются делать из извести. Это что за хуйня? Это вот мы потолки белили, и по жопке можно кисточкой вот этой старой, которая лежит. Я, бля, у меня есть, не надо. Бумага из камня, да. Или из Казахстана. У нас такие варианты, блядь. Мы купили, мы вернулись, когда в Питер, мы купили киндер-шоколад. Я такой, а у них давно поменялся мальчик. А он казахский. Ну, знаете, на самом деле, моя, блядь, большая мечта попасть на концерт Нурлана Сабурова в Америке, блядь. Честно, мне так жаль, что я не успел сделать визу и побывать на этом вживую. Это потрясающее шоу. Мне насрать на его шутки, мне просто хочется, мне хотелось бы вживую поприсутствовать на этом невероятном перформансе, где он пытается протолкнуть свой комедийный материал сквозь людские судьбы и боль. Типа, а вы знаете, однажды взял одноразовую маску. Люди умирают! Почему ты молчишь? Она скорее многоразовая. Типа, знаете, это такой, блядь, сюрреализм какой-то, параллельные миры. Сейчас вообще пиздец, ощущение, как будто это вот все последние его концерты, это как будто выпуск ЧБД, где его все перебивают нахуй, не дают ему сказать, на, как это, рассказать историю. Я честно не поддерживаю вот эту новую забаву, заставь газпромовского комика лишиться работы. Она, конечно, потешная пиздец, но
Блин, чувак с самого начала сказал, да я боюсь, да мне страшно. И на него накинулись, как будто сделав его символом того, что вот этих людей, которые делают вид, что ничего не происходит. Это же не так. Но при этом фраза про месячные, еба, это войдет в учебники истории, как самая неуместная фраза на планете Земля. Пиздец, неуместнее того, когда женщина в кровавом платье выскочила на сцену и скажет, это, простите, это месячные? Мне кажется, только если ты на поминках слепого человека говоришь, поживем, увидим, ебать. Какая-нибудь такая хуйня. Я долго думал, что может быть хуже, и это даже не подбирает, это даже не топ-3. Блин, а прикиньте, бедная жена Нурлана Сабурова, она же каждый месяц слышит, это что, антивоенная акция? Блядь, Слава Комиссаренко, кстати, у него сегодня тоже концерт. Это, ебать, мне так жалко Славу, потому что он мне в какой-то момент, мне просто звонит телефон, Слава Комиссаренко. Я беру трубку, он говорит, алло, привет. А что вы разъебались? Похоже, что ли, получилось? Алло, привет, это Слава. Не, ну все, я сразу загордился и проебал этот вайб. Говорит, это Слава, типа, слушай, тут такое дело, мне пришел инсайт. Меня хотят вывести в Беларусь и посадить в тюрьму там по-бандитски. У тебя есть какие-то связи? Я говорю, да ты что, ебанулся, Слава, блядь, какие у меня могут быть связи? Я ему говорю, мне кажется, что если такая хуйня готовится, то, естественно, российские власти в теме, и, ну, мне кажется, что надо уезжать. И Слава сказал, хорошо. И уехал в Киев. Как же, блядь, сука, 23 февраля бедный Слава такой, да блядь, да куда съебываться-то? А теперь он тут живет. Как он у вас? Вы были кто-нибудь на нем? О, Слава пиздатый. Слава клевый чувак. Теперь он в Варшаве. Ну, бля, если вдруг беда движется за Славой Комиссаренко, он как, он, блядь, высоченный пиздец, он как громотвод, типа... Лукашенко такой, я его вижу. Здесь за границей. Вот он. Блять, у нас в России запретили зеленого слоника. Вы, ебать, себе можете представить, насколько все стало плохо, что это произведение стало слишком остросоциальным высказыванием? Конечно же, официальная причина, почему зеленого слоника запретили в России, потому что этот фильм может нанести травму детям. И я подумал, что если мне все еще после всех этих концертов не ебанут уголовку, и я вернусь в Россию, я хочу подсобрать денежек, не в плане с вас, свои там какие-то, нанять Епифанцева и Пахома и переснять «Зеленый слоник». Только... Не-не-не. Вы, блядь, даже до панчи не дослушали. Такие, да переснимай нахуй. Да делай, что хочешь. Это твои деньги, блядь. Не, я хочу сделать ремейк. Но только kids friendly, поняли? Типа для деток. Зеленый слоник, который не травмирует детей, а обучает. Типа он добрый. Братишка, я тебе покушать принес. Спасибо, что позаботился обо мне, братишка. Кто вы-то, когда один человек, говоришь ты? Унитазы нужно чистить. Такая хуйня, знаете, что она была хорошая, позитивная. Моргенштерн иноген. Это пиздец. Думали ли вы когда-нибудь, что иногентура вот так выглядит? Заходишь в сторис, он пердит, рыгает на тебя, сыт. И такой, ебать, иностранное влияние. Ебать, ты чё, нахуй? Вот это пиздец, Америка. Что делает с нашими детьми? Шульман иногент. Екатерине Шульман, потрясающий. Просто открытие этого года для меня. Ей ебанули иногента. И это... Такая жесть, потому что это единственный был человек, который успокаивал меня, говоря самые ужасные вещи. В ней есть что-то такое магическое, вот тембр голоса, какая-то интонация. Вы должны забыть то, как вы жили. Вы знаете, то, как вы жили, вы можете об этом забыть. Вы больше никогда не вернетесь к этой жизни, и жизнь больше никогда не вернется на круги своя. И ты сидишь такой, ну раз ты звучишь уверенно, значит и я привыкну. Я очень советую вам сделать зубы, потому что они пригодятся вам, когда вам придется жрать радиоактивную плоть рыб и крыс, которых вы будете ловить. И ты сидишь такой, да, мам, продолжай, продолжай, я... Как скажешь. Прикиньте, было бы как классно, если бы она осталась в России и возглавила рейдеров. И
приходил и говорил: «Сейчас мы будем насиловать всех ваших женщин, а вы будете, мужчины, целовать мне ноги, и мы разрежем вас на куски и скушаем». Мы такие: «Звучит разумно, она звучит как моя учительница в школе, значит, она что-то знает». Но, конечно, блядь, самая страшная и грустная херня — это когда ты читаешь о том, что происходит в России, не находясь в России. Потому что это создает очень извращенное ощущение от того, что там на самом деле происходит. Оно было и у меня, и мы недавно виделись в Санкт-Петербурге с Михаилом Шацем, который уехал в Израиль, и мы в первый же день, как он приехал, встретились в баре, и он такой: «Бля, я думал, тут все ёбнулись. Я реально ехал сюда в страхе, что тут уже, блядь, эти Z, блядь, все эти, что все маршируют». Приехал обычный Питер. На одной машине какой-то чувак на грязи Z нарисовал, ему сразу замазали ее. Типа, все нормально. Я говорю: да, ощущение со стороны из-за того, что долбоебизм такой вопиющий, только его и постят. Мне уже начинает, типа, складываться впечатление, что наши власти заказывают даже, вот, знаете, типа, в окололиберальных пабликах, там, типа, или телеграм-каналах с мемами специально постить как можно больше. Похуй, типа, что в негативном ключе, типа: «А, смотрите, они выбрили, блядь, Z мальчику на затылке. А, что в России происходит? Они прижгли козу буквой Z, пиздец!» А ничего нормального не постят. И правда складывается впечатление, ну да, там все ебанулись. Самое обидное, что есть, действительно, есть какое-то количество русских, которые за войну, и до них пытаешься достучаться, но они как будто в танке. Мы сейчас перефразируем эту хуйню. Это вообще не так не должно было звучать. Это... Я, ебать, в последнем видео сказал: «Я в России до победного», и мне такие: «Ты чё, охуел?» Я говорю: «Блядь, точно!» Конечно, ебанутые есть. Я не понимаю, в каком количестве пропорционально их относительно нормальных людей, которые не поддерживают, очевидно, войну и весь этот пиздец. Но когда мы вернулись в Питер, стало заметно, что чуть-чуть кое-что поменялось. Знаете, когда мы начали разговаривать с друзьями, и много у кого случился вот этот раскол в семье. Врубаетесь, часто есть вот этот родственник, который все то время, пока вы с ним не проводите и не общаетесь, он заполняет телевизором. И случается такой идеологический раскол в семьях, что отцы отказываются от своих детей. Реально, там, блядь, наш друг рассказывал, он говорит: «Мне папа позвонил и попросил, спросил, что я думаю про Украину, а потом сказал: ага, ну тогда отдавай мои инструменты, которые я тебе дал». Типа, прикиньте, единственный рычаг, который у него есть, он такой: «Вот это, блядь, дрель обратно». Не должна быть дрель у предателя. Полина, кстати, сказала очень правильную вещь в какой-то момент о том, что в обычное время, в довоенное, невежество и глупость людей вот относительно этой позиции воспринималось гораздо проще, а сейчас его просто невозможно терпеть. Когда ты видишь, что кто-то каким-то образом, но оправдывает убийство, и это твой родной человек, невозможно сказать: «Ну и пошел нахуй, долбоеб, я с тобой не буду разговаривать». Это же типа семья. И ты пытаешься что-то доказать, но, бля, доказать что-то взрослым упертым людям, переспорить пропаганду, это так сложно. Самое худшее еще хуже этого, у нас есть много друзей, которые сейчас беременны. И это много семей. И это вообще пиздец. Они сейчас, они в ахуе, они не понимают, где рожать, как, в каком мир они привносят своего ребенка. Некоторые у нас собираются рожать в Мексике, кто-то остается в России. Ебать, я говорю: «Полине, давай поиграем с тобой в горячую картошку, я в тебя накончаю, будем, блядь, решать, какого гражданства будет ребенок, бегать из страны в страну, смотреть, где мы родим». Мне предлагали съебаться в Аргентину кто-то. Я подумал, что вряд ли это хорошая идея, когда там уже есть очень много белых, которые стыдятся за свое прошлое. Мне кажется, мы не сойдемся. Чего-чего? Можно со мной в общаге жить. Можно с тобой в общаге жить. Ну, я второй раз не приеду, братан. В прошлый раз какая-то душная хуйня была. Приехали, ты показывал мне откуда... Ты сказал, что покажешь, откуда готовилось нападение, потом разделся и начал рисовать на себе маркером стрелочки. Было очень неловко, я больше на эту хуйню не поведусь.
Все, блядь, смотрят новости по телеку и впитывают это. И знаете, даже неудивительно, наверное, что столько людей в России действительно клюют на пропаганду, потому что не знаю, как в Варшаве, не знаю, как у вас, в России ебанутая безотцовщина. Очень много... Похлопайте, у кого в семье ушел отец. Есть такая хуйня, много же людей хлопает, и из-за того, что у многих безотцовщина, у нас... У пацанов, не знаю, как девчонки, но у пацанов нет никакой ролевой модели особо. И часто парни, блядь, берут за ролевую модель какую-то хуйню, которую они где-то усмотрели. Встречали вот этих чуваков, у которых спрашиваешь, а типа, что самое главное в жизни? Он такой, семья и быстрые машины. Ты такой, ебать, ты чё, Доминик Торетто, ебать, ты чё, ебанулся? И это твоя ролевая модель, нахуй, ты на Форсажа насмотрелся? Просто пиздец. И ты эти ролевые модели реально берешь, типа, не брат ты мне, гнида черножопая. И вот эти хуйни, они, блядь, в голову впихиваются. И... Я хуже еще, блядь. У меня моей ролевой моделью был Иисус. Долгое время, из-за того, что у меня бабушка верующая. А потом, когда у меня случился кризис веры, я понял, что это не настоящий человек, я его заменил Человеком-пауком. Я, блядь, даже не заметил этого. Я даже не заметил... Как на пустующее место вот с этой фигурой стало вот это, блядь. Типа, оно просто заместилось, оно реально смешалось. Я в какой-то момент, типа, такой, а что у меня вот за убеждение? Не убей, не укради, и большая сила, большая ответственность, ебать. Бог отец, Бог сын и дядь Бен. А вы говорите, блядь, Путин. Ну, конечно, конечно. Он, блядь, уверенно что-то пиздит. Он говорит, половцы, печенеговцы, блядь. Я еще тоже, знаете что, я понял, что я старею, когда у меня вдруг я начал разговаривать поговорками. Во мне как будто разархивировался пак, который все это время лежал и ждал нужного возраста. Я какой-то момент такой, кому-то пизданул, овчинка выделки не стоит. И я такой, а это что за поебень сейчас выскочил, зачем это? Сказал, как, кверху каком. Вот такая хуйня. Я клянусь, я один раз пизданул, вместо фразы «ходят слухи», я сказал «птички напели». Ебать, птички напели, я чё, королевский мизинец, нахуй, что это за... Что это такое? Скоро у меня будут дети через какое-то время, и я про эту старость, не в плане, что я стариком становлюсь, а что я взрослый, блядь, мне почти 30, это пиздец. Дорогая, если, блядь, это со стороны только весело, блядь. Стареющие мужики с комплексами. О, читала новости? Это... У меня через какое-то время будут дети, и я пытаюсь понять, что им говорить, как их воспитывать, где их рожать. Я, кстати, на третьем триместре сейчас, если вы не заметили. Единственное, что я понял, помимо того, что надо просто слушать свое сердце и стараться поступать по совести, не найдя вот эту маленькую серую зону, где ты действуешь хотя бы не супер безрассудно, для меня классным примером и уроком стала история, которая случилась с Noize MC. Наверное, за несколько, месяца за 4 до того, как случилась война, Noize MC написал песню, которая, по его мнению, была и по мнению его окружения, жестковатой. И он сделал телеграм-чат, куда добавил кучу ребят, где показал эту песню, и решил спросить, типа, что думаете, стоит ее выкладывать или нет. И в итоге Ваню отговорили с понтом, что, чувак, давай не будем ее выпускать, а то тебе запретят выступать. И Ваня ее не выпустил, а выступать ему все равно запретили. И вот я подумал, ну раз тебя все равно, скорее всего, выебут, так зачем бояться? Знаете, типа, какая разница? Какая нахуй разница? Знаете, что подумал? Мне кажется, было бы круто, раз я тут затираю, что я, типа, старею, закончить этот, блядь, подкаст и стендап как какой-нибудь советский юморист. Какой-нибудь, знаете, фразочкой, типа, ведь жизнь страшна. Только когда ее боишься.